Всем доброго времени суток, с вами Саня, он же Злой Енот, и... Анет, всем привет, ребята! Ну тут кристаллов, кстати, можно надолбить. Плюс паутину вроде бы собирается, да, паутина здесь вот в этих гнезда-яйцах, в общем, собирается. В Я не общем, помню, она пошли шелк... мы в Конане, короче, в пещеру, друзья. Ну, блин, нашли это так, грубо говоря, в общем, нарвались, решили пройти. Тем более, пещера была вроде из полезных. Так, чувак, давай, иди Шикарская нападай. лощина. Короче, идем. Что за дядя? Ой-ой-ой. О, куча какую-то тварь. Он а где клюнул наш... в тебя. Да, вот, сволочь. Просто сволочь. Вот хитин, ты, кстати, спрашивал по поводу хитина. Вот с этого, ну, с них хитин набивается. Да-да, я знаю, я уже собираю. И хор с них набирается еще. И хитин, я уже все это дело собираю. Так, ну атмосферненько, атмосферненько. О, ящик. И тут я увидела ящик. Спрашивается, ну зачем он мне? Для чего? Крабы, они и есть крабы. Прокачав выносливость на максимум, вы будете прыгать двойным прыжком и сможете добираться в любые труднодоступные места. В общем, паркурщики мы так себе. Да. Ладно, пошли дальше посмотрим. Тур это не наше. Что за попытки похаркаться? Там похаркаюсь. Вроде бьются они, вроде неплохо. Не, бьются неплохо, я не спорю. Что там? Так, что тут, ничего нету. Вот паучиха внизу, по идее. Входов никаких здесь замечательно. Да, вот там вот паучиха внизу. Мы ее, интересно, расклепаем, не расклепаем. Есть ли резон вообще клепать ее? Подожди, ты хочешь сказать, что отсюда сваливаться? Ну там где-то был обход думаю, с другой. С других пещер там был вариант. Там был вариант с других пещер туда прыгнуть. А вот тут а здесь входа я... нет, что ли? А, блин. Подожди, вон сбоку, походу. Да, сбоку вон. Ой, да тут целый, блин, скат вообще здоровенный. Вон ящик вообще есть. Круто, я за ящиком. Давай, давай, гляди, что в ящике. А в ящике какой-то синий кристалл. Не знаю, что это за кристалл. Он одна штучка тут. Синий кристалл. Только теперь я, походу, в полной... Не, если мы отсюда свалимся, мы здесь разобьемся. Све, наверх. Ой, ой. Нет, мать, за ногу. Ой, ой, нет, мать, за ногу. Я жив, как это? Жив? Налево, я думал, мне хана, если честно. Еще подумал, как потом сюда бежать. Тебе я не советую рисковать. Я выпал, тоже спрыгнула. А тоже спрыгнула? Лети сразу же. Да. Рискнем разбить. Поехали. Итак, друзья. Паучиха. Давай, чувак, она страшихлатина. Вперед, иди, дерись. Бежим. Ага, было бы куда. В общем. Давай, дерись. А кто этот трехзвездочная паучиха? Так камень не набрасывать, надо щитом держать, я вот под щитом держу ее, в принципе, пока с ним держится. Да, под щитом держится. Нормально, да, на тебе сейчас она? Да, походу, да. Ладно, чтобы... Да, ну стаков, смотри, 20 стаков, вот походу сюда. 19-ку, 20-ку, ну сейчас накидываю, это я там маленько поднакидала, но у меня закончилось. Так, она на мне, да? Да, походу, щит врубай и... Да, врубай, врубай. Я сейчас стамину... Врублю. Оооо, яд! Бляха-муха! Скверно! А, скверно, не яд, тогда, в принципе, фигня. Это скверно. Блин, у меня из-за перевеса... Совсем печально, сейчас скину что-нибудь. Они ее должны доразобрать, по идее. Оооо, она меня один раз что-то пыжнула, и у меня полжизни сразу. Так, переагривать, я хочу полечиться.
пол хп у него, блин. Чем, в принципе, пофигу, а смертно. Пути там. Так, двухмечник там сейчас я лапки поломаю. А, блин, тут содержимое, у меня нет ключа. Воу-воу-воу-воу-воу! Да нет. Так, поем. Блин, не то попить а, хотел. Чё? Воу, я тут меня скреплял. Опять а то она скверно просто... накидала. Да, кроме скверно накидала, мама не горит. Не, ну она слабенькая по сравнению с тем носорогом. Ну да. Это как бы та. На самом деле, если б не стаки кровопотери, мне кажется, мы вообще ни хрена не убивали бы, потому что ну, там вот ряд... по сути дела, мой топор набивает тоже. Так что поэтому... Она меня загрелась и... Мы справились все равно. Мы справились, да, так надо чутка откопить. Надо стрелы какие-то, блин, более топовые, что ли. Или ядовитыч. Ну как тут, блин, я там что-то помог. Наделаем, наделаем стрел, потому что мы что-то пошли, я не стала ничего делать. Так побежала просто. Дал? Алло. Дал, дал, ушел кувырком. Ой, на меня пошло. Давайте, дожимай ее, как я могу. Воу-воу-воу, скверно. А потом нам надо людей трансовщиков найти, потому что иначе улица скверно не очень. Ну, блин, мой походу стоит дебют. А нет, это походу как раз мой там стоял. Да вроде они оба бьют. Нормально. Блин, а стоял ты плюс. Я 4 стака всего лишь набросил на 10. Скверно что ли бросил? У меня не отобразилось. Тоже не отобразилось. Скверно в конце бросило. Слабая скверна была. Разберем ее топором. Там столько опыта за эту фигню дали. Мама не горюй. Красота. Кость. Ну что-то слушай, ничего кроме ключа. Сейчас мы короче. Здесь... голову. Ключ ищи сундук. Тут должен быть где-то. Откроем. Тут должен и быть заберем где-то. Заберем все.